Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем наш трэш. Пробуем проходить кошмарки бездонатным, по сути, составом, с прокачанным в топ гарнизоном, без магии. Мы остановились. Кошмарку 6-6 мы прошли. 6-7 мы остановились на ней. Она такая довольно-таки сложновата для такого состава. Почему? Потому что, во-первых, здесь дофигища, как видите, тотемов. Это раз, плюс дофигища дебаферов. Варианты, конечно же, есть. Сейчас мы попробуем опять стартануть с бочки. Вот я такой вот вариант пробовал. Через дерево попробовать разогнаться. Это самое такое на сегодня было оптимальное. Но, как видите, мы заходим дальше. И дальше у нас опять же куча дебаферов. И вариантов пройти дальше нет, потому что они очень сильно дебафают. И у гарнизона очень мало жизни. И без магии. Честно скажу, это будет задротство, это просто слив. Ну и дальше, я думаю, многие понимают, что седьмая кошмарка еще похуже будет. Вот, поэтому мы сейчас пару попыток попробуем так, ну а потом уже, наверное, будем юзать магию дальше, потому что без магии это нереально пройти. Вот, как видите, шансы, конечно же, есть, но нам немножко не хватает. Во-во-во-во, вот смотрите, сейчас мы зайдем дальше, вроде все нормально, вроде разогнались, замедление 28%, 28-40%, то есть таким вариантом героев, возможно, мы вернемся сюда еще попробовать без магии, но пока, к сожалению, вариантов у нас не особо много. Мы просто не успеваем. Сейчас мы напоримся на тотем. Сейчас попробуем еще пару раз. Если повезет. И будем пробовать уже с магией добежать. Проходить. Ну, варианты через Арктику бежать тоже не особо есть, но можно попробовать. Через Купидона, но так как Купидон дальник, тоже вариант не ахти. Они очень сильно дебафуют. Сейчас, если Дракон и Арктика включится, все. Вот, то есть, самый оптимальный пока вариант. Даже через Арташку я пробовал бегать, но он одним своим скиллом просто убивает. Плюс накидывает щиты, плюс варлоки. Но больше всего, наверное, варлок, так как он дает отражалку. Мы просто не успеваем убить всех. И плюс убиваемся на отражениях. Плюс, ну, конечно же, дебаф от гарпий самый обалденный в данном случае. Вот видите, разгоняемся. Даже спам, по сути. Вот мы на разгоне, замедление сработало. Варлоки 18%. Все, 18%. Дальше у нас опять же. Вот посмотрите, как мы обалденно сейчас всех посливали. Ну, шанс, конечно же, есть. Мы еще попробуем. Вдруг повезет. Но отсюда пока это самый оптимальный вариант был разгона. Потому что разгоняться где-то через арташку, там ара есть, тут варлоки, тут арктики, гарпия — это такое самое безобидное со всего, что было пока что. Даже спам, вот смотрите, раз-два и все. Вроде удачно забежали, 19-20, 19-20, дальше у нас одержимое, очень много дальников. Давайте последняя попытка сюда, и уже будем проходить, конечно же, с магией. Ну, с магией тут, я думаю, проблем у нас не должно быть. Так, сортуем, как обычно, с мега-бочки. Ну, 12%, все, дальше дебафы пошли. Варлоки и прочее. Без вариантов. Поэтому уже придется все-таки нам использовать магию.
потом к этим подземкам попробуем еще вернуться. Так, 6-7. Ну, тут вариант тот же самый, просто все намного проще будет. Кидается одна, вот даже такой вариант, думаю, он нас больше устроит. Или даже нет, сейчас посмотрим, надо ли использовать. Вот видите, сколько магия дает, уже 30%. Мы просто за счет, смотрите, бочка, интересно, бочка сможет затащить или нет. Или будет все-таки станется. процентов за счет того, что мы использовали метель. Бочка будет походу там очень долго бить. Перезайдем. Попробуем такой вариант, просто кинуть защиту без метели. Хватит ли нам? Вот смотрите, что делается, просто одна защита и все. Даже пройдем на 3 звезды без проблем. Насколько решает магия? Так, отлично. Так, вот тут вот тоже довольно-таки интересная подземочка. Во-первых, тут дофигища тоже тотемов. Есть варианты. Проходить через Вольта. Но он нас тоже тут, мне кажется, будет просто сливать с душиком. Но пробуем. Пробуем разогнаться. Чем побольше юнитов. Вот тритона слили и все, там уже сразу же дебафы пошли. Но замедление еще работает. Ну посмотрите, посмотрите, как здесь намного проще. Ай-яй-яй, словили. Не, все-таки прошли. Отлично. 51% с первой тычки. Офигеть. Просто офигеть. Даже тритон героев не сливали. Насколько... насколько ледяха кайфовый. Так, окей. Поехали дальше. 6-9. Ну, тут у нас череп есть. Можно, конечно, на черепе разогнаться. Я не помню, где здесь тотемы. Тут череп ведьма. Попробуем где-то с такой стороны. Леди Лео. Но через ведьму печально то, что ведьма просто зарядится, она нас сольет. Давайте попробуем отсюда, где Дракос у нас есть. Закинем бочку. Там еще и разруха сейчас подойдет. Не, сюда и нас однозначно будут сливать. Так, отсюда нас сливают. Какие еще у нас есть варианты? Попробовать вытащить черепа как вариант. Вот он подошел на бочку, отлично. Пробуем всех
Ай-яй-яй, смотрите, что он с бочки сделал, просто в мясо ее. Но мы на черепе разогнали сейчас, классно. Так, держимся, 18-25, не, все, варла кинул щит. Нифига себе, посмотрите, что людяка чудит. 38%, дальше мы на черепе просто застряли. Блин, обидно. Вот черепа вытаскиваем, и в принципе неплохой вариант. Опять же, я так делаю сейчас без магии. У вас возможность скинуть любую магию есть. Так. Пробуем еще разок. Где-то сюда на краешек кидаем. Сразу же череп выбегает и стартуем со всех. Бочка сейчас, конечно же, наверное, потеряется. Хотя нет, посмотрите, что делается. У нас сейчас будет мега разгон. Все в замедлении стоят. Ну, думаю, тут 50% должно быть. 48, 49, 51. Отлично. Ну, тыковка еще жива. Возможно, еще сейчас черепа сможем ушатать. Ну, давайте на 3 звезды. Ай-яй-яй-яй-яй. Бочка, короче, практически ушатала. Практически чуть-чуть нам не хватает. Ну, посмотрите на эту бочку, что она чудит. Все, все-таки мы слились. Можно было заморозку кинуть. Добить, ладно. В принципе, 7-я, 8-я и 9-я подземки без проблем у нас пройдены. Ну, конечно же, только на 7-й мы использовали неуяз. Так, но самое интересное, 6-10. Здесь у нас, конечно, будут, думаю, проблемы пройти на 3 звезды такими героями. Но будем пробовать. Так, тут попробуем мы сразу же вытащить дерево. Тут тоже куча обраток. Нам бы тут хотя бы, как минимум, на 2 звездочки прийти. Ну вот видите, мы на дереве просто тупо сейчас даже разгон, если возьмем. Мы дальше, не знаю, с замедлением у нас тритона убили, ледяху убили, 23% всего пока что. Вот это, наверное, единственная подземка, где мы будем очень долго мучиться. Ну, будем пробовать. Варианты, конечно, разные есть, но с такими героями без магии. Пробуем с тыковки стартанем. Так. Вот тут череп дал на дерево баф. У нас тыковка бежит дальше. Тыковка далеко. Тыковка вот здесь самый плохой вариант, что тыковка у нас побежала не на дерево. Нам надо, чтобы тыква побежала именно на дерево. И дала на нем разгон всем. Ну, плюс здесь дофигища стана, что тоже очень печально. Ну, хотя бы 2 звезды, чтобы добраться. Я думаю, попробуем взять. Надо будет питомцев. Давайте попробуем с бочки. Так, дерево подошло. Так, блин, обидно, обидно. Видите, на дереве у нас получается сейчас... Нет, замедлили всех, но толку от этого нет. Дерево не получило от черепа 100 тема баф. Мы на нем не смогли зависнуть. Это будет самая интересная тема, вытащить дерево и так, чтобы на нем зависнули. Так, пробуем. Вот, отлично. Бочку слили. Это, конечно, обидно, печально, но вот мы получили дофигища. Просто дофигища, ребят. Посмотрите, что делают они. 30%, блин. Ну, все слились, просто побежали в центр. Ну, шансы, конечно же, есть. Надо будет попробовать здесь героя. Возможно, бочку оставим на потом. Будем стартовать просто с тыковки. То есть делаем такой вариант, а потом в конце у нас бочка будет танчить. Но, блин, мы ее все равно выпустим. Мне надо юнитами спамить. Тоже проблемно немножко будет. Ну, без юнитов
В этой подземке сложно нам будет пройти, то есть тут только юниты нужны будут. Давайте попробуем. Вот смотрите, без юнитов я выпустил. Сейчас нам куча дебафов просто полетит. Так, замедлили дерево, отлично. Бочка слилась. Вот куча дебафов от гарпи, от всех идет. И, к сожалению, вот из-за этого мы не можем ее пройти. В общем, вот так вот. 6-7, 6-8, 6-9 мы с вами затащили. Единственное, что мы использовали на 6-7 магию, то есть дефную, потому что я уже заколупался ее бегать, но будем пробовать потом, я думаю, напомните мне, будем пробовать проходить без магии. Ну а теперь у нас новый вызов, это 6-10, и думаю, мы скоро ее тоже пройдем. Пишите комменты, ставьте лайки и ждите уже седьмых кошмарок. Всем удачи, всем пока.